Спасибо. Добрый вечер. Какой прекрасный повод. Оленька, я очень счастлива нашему с тобой знакомству и продуктивному творческому союзу, который, я надеюсь, будет все больше и больше обрастать совместными какими-то песенками, какими-то отличными, классными. Мы сегодня их две, собственно, пока они две тоже есть, их споем. Вот, но пока, наверное, мы начнем. А сколько вообще нам петь? Чем больше, тем лучше. Ой. До 11. Ну тогда давайте начнем с, как обычно, у нас есть такая уже вошедшая в общие программы песни, которая написана самому важному для меня человеку. Это моя мама. И она у нас такая... Мы на ней распоемся, разыграемся, и она не очень тихая и грустная, как все остальные вещи. Все тоже. В этом мире чудовищ, ракет и гендерного безумия я пытаюсь быть сильной и полюбила. Но только двоих мужчин. Это ты, мой суровый красавец Питер, черный пес Петербург и мой будущий сын. Говори. Вечное солнце на склоне.